Приветствую всех, друзья, с вами Хавлакс. Сегодня у нас на обзоре Миямото Мусаши. Мечник, лесник, да, то есть самый коммонный джанглер, можно сказать. Ничего удивительного, ничего особенного. Но я думаю, он как раз таки будет супер популярным лесником. Почему вы, собственно, сейчас увидите. Достаточно несложный скиллсет, если честно, но надо правильно им пользоваться. Надо понимать, куда какую кнопку жать. После использования скиллов у него пассивка накапливается. Маны у него нет. Как вы можете видеть, вот полоска ХП при использовании первого-второго скилла появляется заряд. Этот заряд отвечает за прокает, точнее, при использовании базовой автоатаки. Он притягивается и дает несколько заряженных атак. Второй скилл — это у нас дэш, рывок вперед, и он накладывает щиток, если попадает по врагу. Ну, если, точнее, рывок сделан в сторону врага. Любого врага, то есть это может быть или на миньон. Первый скилл — это у нас просто волна. Миямото пускает волну, замедляет на пути волны чемпионов и наносит небольшой урон. Ульта как действует, вы сейчас, в принципе, увидите, я вам все объясню. Просто подкидывание Миямото. Дэшит со стороны врага. Это таргетный скилл. То есть, раскайтить его можно там, только затаймив и уйдя в неуязвимость. Ну, то есть, как неуязвимость — это в жоне, допустим, встать. Только так и никак иначе. Кстати, хочу заметить, у вражеской команды дабл смайт. Топпер играет со смайтом, и лесник, очевидно, играет со смайтом. Вот пошла ульта. Так играется, на самом деле. Иногда играется. Почему? Потому что смайт начинает работать, ну как работать, давать дебафы, только если ты покупаешь лесной предмет. Пока ты не купил лесной предмет, смайт никаких дебафов не дает. Допустим, тот же Ата, топпер вражеский, достаточно мобильный чемпион, с хорошей выживаемостью, и ему не нужен просто нафороста флеш или какой-либо другой скилл. Ну, то есть, самонерка. Очевидно, можно что-то полезное взять, но можно взять и смайт. И подфармливать вражеский лес, допустим. Или на объектах стягиваться и пытаться пересмайтить. Почему бы нет. Также саппорты иногда в хоке играются со смайтом. Полезная вещь, на самом деле. Вообще, если хотите, друзья, если вам это интересно, можете поставить лайк, написать комментарий, и тогда я сниму для вас видео с обзором на самонерки. Есть интересные самонерки. На самом деле, некоторые самонерки отключают вышки. Полностью объясню, что какая самонерка делает, как она работает. Их там не так много, по-моему, штук 8, если не ошибаюсь. Ну, кстати, у вражеской команды также можете заметить Ярио. Герой, напоминающий по геймстайлу Юми. Прям супер похоже. Ну, по скиллсету. Тоже крутой чемпион. Ну, квадрокилл. Да. Это мне. Ну, у меня Миямото достаточно сильный на early game. В ранней стадии игры, точнее, да? Почему? Потому что у него быстро кадаешься кнопки. Да, он все-таки зависит от фарма и не слабо зависит, но это больше лесник под команду. То есть ты можешь просто подкинуть, и твоя команда доиграет по чемпиону. На том же ламе ты больше соло-керить пытаешься, чем играть с командой. Но тут я стену не смог перепрыгнуть. У меня с этой стенкой всегда проблемы, если дэш чемпиона не такой большой, я всегда промахиваюсь. Вот, допустим, Яри сейчас успела затаймить и залететь в АДшника своего. За счет чего, в принципе,
мы ее не убили. Раскатила на ульту. Да, друзья, кто не понимает, что делает красный баф, ну, может быть, новенький есть в моба-играх и так далее, и тому подобное. Красный баф дает с руки, когда вы бьете, вы наносите дополнительный урон, вешаете, так сказать, горение на врага, эффект горения. То есть он продолжительное время получает урон. 2 секунды, по-моему, получает дэмэдж, ну, небольшой урон. И также замедляется на 15% с каждой автоатакой вплоть до 2 раз. То есть, если дали 2 автоатаки, на 2 секунды следующий враг будет замедлен. Это для тех, кто не знал точные статы. Так. Кстати, цвет смайта тоже полезная информация для людей, ну, которые этого не знали. Вот. Цвет смайта зависит от предмета, который вы покупаете, лесного, и работает по-разному смайт. Допустим, у меня куплен самый базовый смайт. Это если я не ошибаюсь. Надо будет потом еще перепроверить. По-моему, раньше это так работало. Ты покупаешь какой-то джангл айтем, и смайт у тебя менял цвет. Давал разные преимущества. Мы застомпились 8-1. Кстати, один из самых популярных предметов на лесников — это вот этот Axe of Torment. Против сквишей он берется. Не знаю, кстати, как локализируют и переведут все айтемы в СНГ сегменте. Будет интересно посмотреть на перевод чемпионов и предметов. В целом на полную локализацию игры. Я бы посмотрел. Ну, Миямото и Мусаши, я думаю, так и оставят. Я думаю, Миямото и Мусаши много кто знает. Это легендарный мечник. Почему бы и нет? Вообще, друзья, если хотите посмотреть другие позиции, допустим, топеров или АДшников, или каких-то конкретных героев, опять же, пишите в комментариях свои предложения. Я обязательно сниму на интересного вам героя видео, обзор. Посмотрим, что это такое, с чем его едят. Достаточно много у меня ботов взрывного урона, также эскейп есть. Второй скилл, как вы видите, если ты прокаешь пассивку, кдешься почти мгновенно. За счет чего этот скилл является основным скиллом для урона. Ну тут я уже дограю. Надо было на крипах идти пытаться отхилиться, но... Не успел среагировать. Просто сжег нас. Доктор Бьян. Сильный герой, кстати, тоже. Но он будет работать, мне кажется, на рангах до высокого уровня игры, короче. Хотя, возможно, на высоком уровне игры будет работать как хиллер, также неплохо. А пока люди не следят, не будут следить, точнее, за стаками на низких рангах, будут по-любому отлетать от него. И даже не понимать, откуда у него столько дэмэджа. На самом деле, кайтиться этот герой достаточно просто. Просто нужно грамотно позиционироваться, читать его КД, тайминги. И все тогда будет очень просто.
Ну, 10-я минута, я уже раскормился здесь. Я думаю, достаточно легко понять, что после такого стомпа меня будет сложно убить, только если я не заинчу. Не влечу 1-5 и так далее, и тому подобное. Убиваем Ярию. Забираем объект. И пускаем Shadow дракончика. Пускаем его по топу, потому что идем забирать противоположный объект. Следовательно, оттянем врагов на противоположную от объекта линию. Да, объект получает меньше урона и наносит мне больше урона. Почему? Потому что у меня Primal Bond есть, дебаф. Из-за того, что мы забираем, как я объяснял в прошлом видео, из-за того, что мы забираем второй объект подряд, он намного сильнее для нас лично. Как видите, даже смайт, который наносит 3000 урона, если перемотать и там посмотреть, сколько он нанес, я думаю, около 1000 нанес. То есть урезается даже чистый дэмэдж со смайта. Ну вот я читаю этот дебаф. Кому интересно, можете поставить на паузу, перечитать, посмотреть, что именно он дает. Опять же, по 2 стака попал, половину хп себе сжег. Супер неприятный мидер. Ну и здесь уже можно идти в АФК инициацию. Мы нафижные, мы эндим игру. На этом все, друзья. Переходите в телеграм-канал, дискорд-канал, тоже, кому интересно найти пати, как игра выйдет сразу же, да, быть в курсе всех событий, переходите по ссылочкам в описании, и всем приятного просмотра, всем спасибо за просмотр, да, всем удачи и всем пока.